Поветкин Петр Георгиевич, командир 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии гвардии полковник. Родился 2 мая 1906 года в городе Царицын, ныне Волгоград. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года воевал на Центральном, Южном, Северно-Кавказском фронтах. Был дважды ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за умелое оперативное руководство полком в условиях морского десанта и успешные боевые действия по захвату плацдарма в Крыму гвардии полковнику Поветкину присвоено звание Героя Советского Союза. Умер 5 августа 1970 года. Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда», 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Thank you.